Что мы в музее викингов с этими бабулями просто не разминуться нам сегодня. Они так медленно ходят, мы все время обгоняем. Я пока не знаю ни стоимость билета, ничего, но вроде должно быть интересно. Я думаю, что шведы-то уже постарались про викингов хорошо рассказать. Вот, так что пойдем-ка наверх в билетный касс. На самом деле сам музей небольшой, это вот эта комната. Вот здесь есть гид, который каждые полчаса на английском или шведском языке рассказывает об этом. Вот, но самое интересное, как мы поняли, это не это. Это какие-то вагончики, которые будут нас там где-то там возить, и будет какое-то супершоу, и оно страшное, и вообще рекомендуется для детей с 7 лет. Но мы как бы, оно говорит, ну если у вас ребенок младше, вы можете под свою ответственность как бы решить и взять его. Вот, то есть оно будет показывать какие-то сцены реальные, я думаю. То есть должно быть, ну, я надеюсь, что должно быть интересно. Стоимость билета взрослый 190 крон, ребенок с 7 лет 130 крон, дети с 0 до 6 бесплатно. Тяжелая? Это ткани, из которых были сделаны их одежды. Острая? Нет, нет. А мне это можно? Смотри. Представляешь, такой железяк упал в глазе. Это из такой кожи делали обувь, из более мягкой аксессуара. Вот это вот из шерсти тоже шили теплую одежду. Тяжелый? Ты нажмешь одну, и я, Миша нажмет две, а я тоже. Оно рассчитано только на то, чтобы загораться постепенно, чтобы объяснять, где какая зона в доме была. То есть, видишь, дом такой был одноэтажный, просто длинный вытянутый. И смотри, какой очаг. Они купили дровами. И у них не было печи, кстати. Ты видишь? Открытый огонь. Открытый огонь, печи не было. А у украинцев у нас есть печь. У викингов не было вилок. Они в своем как бы обиходе использовали только железные ножи с деревянной ручкой, деревянные ложки и вот такие вот палочки. То есть они при помощи этого и готовили. Посуда была преимущественно из дерева, вот как эта тарелка, и из глины. И еще из глины. И они кушали руками. То есть вилок вообще в принципе не было. Даже то есть оказывается, вы, ребята, викинги, а я вас ругаю постоянно, что вы руками едите. А вы просто викинги, наверное. Наверное, в душе. Готовили на открытом огне. The fireplace was the most important part. Смотрите, место огня – это была самая важная часть как бы, да, приготовления пищи. Готовили на открытом огне. Он, как правило, располагался в центре комнаты и также назывался как smoke oven. Это как печь-коптильня, что-то такое. Или... И не страшно, что мы не знаем правил этой шведской игры. У нас свои правила. Нам не мешает это. Tagna eller köpta trälkvinnorna som sattes att utföra de lägst rankade, smutsigaste och tyngsta av alla arbetsmomenten i hushållet, till exempel malning med handkvarn. Vikingarna kunde också erbjuda både sina slavinnor och slavar till. Теперь Гоша, иди померяй шлем. Зюз страшно. Нет, глаза покажи. Ты же глаза не прячь. Есть. А сейчас мы идем в место самое интересное и очень-очень страшное. Посещение его рекомендовано детям от 7 лет. Поэтому, Гоша, держись и не бойся. Сейчас нам покажут все про викинга. А что там будет? Там будет страшно.
не буду, я не хочу голос. Да ты малышути. Ты на Спайдермена ходил, помнишь? Это не страшнее, чем Спайдермен. Это такое же, как на Спайдермена. Тебе же было интересно Спайдермена? Да. Это такое 3D, я так понимаю, шоу какое-то. Ну вот, судя по тому, что было в Юнибакене, было круто. Я очень надеюсь, что здесь будет то же самое. For our daughter Sigrid. And Harald. He was a joyful slob who drank and embezzled everything. But I had sworn never to leave him. Поместье Фрёсала, наследство от моих предков. Здесь текла жизнь моего рода. Здесь жили мы с Харальдом счастливо до того самого дня. You've ruined us all! Feasting and drinking, the gods know that we will soon have it even worse than the slave! Ну, ребят, скажите, как вам понравилось? Там такие сувениры крутые. А ну давайте возле викингов встаньте.